Ребята, всем привет! Совсем недавно Вика выставляла на нашем канале пост с моей фотографией. И в комментариях под этим постом вы должны были написать для нас различные вопросы, на которые в этом видео я буду отвечать. Потому что сегодня мы снимаем видео «Вопрос-ответ». Ну что ж, поехали! Чтобы мне было удобнее отвечать на ваши вопросы, я написал их на листочек. Итак. Первый вопрос нам задал канал «Семейка Лаки Доги», и звучит он так. Будете ли вы заводить еще кого-то от фирмы Будибаса? Конечно, будем. Во-первых, это Басик Бариста 30 сантиметров, которого, как вы знаете, Басик в прошлом видео попросил у Дедушки Мороза. И очень надеюсь, что это желание исполнится, и 1 января под нашей новогодней елочкой будет лежать красивая коробочка с шоколадным бантиком, в которой будет находиться наш новый старший брат. А также скажу вам по секрету, к нам уже едет еще одна посылочка, в которой лежит кто-то. И я вам не скажу, кто это, увидите вы это в одном из наших следующих роликов. Но могу с уверенностью сказать, что этот кто-то от фирмы Будибаса. Второй вопрос нам задал канал Баса World, и звучит он так. Сколько Басику лет? Я, конечно, думаю, что вы про меня спросили, мне 4 года, но на всякий случай перечислю возраст всех Басиков. Бэби Басикам, а точнее Тёме и Грише, по 3 года, Гоша тоже 3 года. Дальше у нас идет Феликс, ему 6 лет, и также Басик, Басику у нас 7 лет. Ну и, конечно же, наш маленький брелочек Федя, ему 2 годика, вроде никого не забыл. Третий вопрос нам задал канал «Жизнь Лили». А Басик пойдет на прогулку завтра? Скажу вам так, это будет не совсем прогулка. Скажем так, я пойду в один магазинчик. И, кстати говоря, планирую снять там вам видосик. Вот. Еще один вопросик от того же канала. А у Басика будет день рождения? Эх, к сожалению, мой день рождения летом, поэтому он будет, но не скоро. Ну и последний вопрос от этого канала, а кто снимает? Все видео снимает Вика, помогает ей в этом штатив, на который она всегда ставит телефон, чтобы видео было в хорошем качестве и не тряслось, вот. Ну и иногда, когда нам нужно снять что-то издалека, так скажем, ей помогают ее родители. Ну и последний вопрос на сегодня нам задала Наталья Крохотина. Извините, пожалуйста, если вдруг прочитал неправильно. Итак, а у вас будет новогоднее видео? Конечно же будет, без него же уже никак нельзя, это уже традиция каждый год снимать, как же мы отмечаем этот чудесный праздник. Так что ждите и не пропустите, уверяю вас, будет очень весело. Ну что ж, а на этом наше видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте на него лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и хорошего новогоднего настроения. Пинк.